Хэштейн. Добавляет мяч Нижнику. Нижник пробивает. Добивание. И нижний угол. И Эмма Стейн забирает мяч. Возможность для удара и гол. 1-0 счет становится у нас. Четвертая минута. И отмечается 18-й номер. Павлюченко перехватил мяч. 3-1. Выходят игроки острова. Отдавать нужно передачу. Пархун подхватывает. Пархун пробивает на месте голкипер. Здорово! Классный момент! И гол! Тут Захарий на Захария сыграли. Олег забивает. 1-0. Сейчас становится 8-я минута. Ломичев. Тут-то забивать нужно! И Нижник забивает. Мяч буквально 20 секунд прошло. И АМФ. Хороший удар. Добивание. Остается остров с мячом. Здорово! И забивать нужно! И залетает мяч в ворота. Обратно таки Захария. У нас 4-й номер. Нижник. Против него Павлюченко. Передача. Перехват. Удар. И точно. Неплохая передача. А тут успел Павлюченко. Да, развернулся Артем. Пробить получше нет. Нижник перехватывает мяч, атака уже на МСТ может быть. Не, ну тут зачем? Тут еще играть в рамзайме. Косов. Сам будет идти. Да, Дмитрий проходит удар, будет нет. И не забивай, забивание, еще момент. Пархун будет смещаться. Нет. Привыкли мы, что... Отбирать мяч остров, 3-1, может быть, выход забивать нужно, классный момент. У нас 2-2. Классная передача, забивать нужно, класс. Хороший момент, и забивать нужно, 3-2 сейчас становится. Девятый номер МСТ, это отличается. Очень недовольный, ну ладно, запасных. Не стал пробивать Пархун, тут-то расстреливать нужно их. 9 просто ложит этот мяч Шутовцов. Собрать Алексей Бережной. Здорово, классно прошло. Смог захватить за нас Бережной. Ломичев подбил. Здорово. Пробить можно. Удар под двор. Еще один. Шаховцов. Какой-то ударную позицию пробивает. Не получился удар. Пархун. Нет, Шаховцов. И, по-моему, тоже не забивает. В штангу попадает. Можно так с мячом и остаться. Удар. И все. 4-2. МСТ одерживает победу над островом. Друзья, ну, я на этом с вами буду прощаться. Через неделю любите футбол. Футбол.